Люблю я моду. В клетку пиджачок, ботинки галстук, все отлично. Окинул взглядом общий лук, над ним трудился я прилично. Я подобрал одну к другой все вещи, чтобы сочетались. И во дворе родном моем иконой стиля я считаюсь. Да, наряжаться я люблю. Сегодня то, а завтра это. Примерю образ новый я и расскажу всем вам об этом. Мне настроение задают подтяжек красных параллелей, и в цвет к ним бабочку надев, добьюсь какой-то важной цели. Или рубашки белизна, как белый чистый лист бумаги, ее жилетом оттеню, такие в сказках носят маги. Еще люблю я поиграть с задорным образом ковбоя, а можно шарфик повязать. Да, скуки места нет со мною. Ну что ж, теперь вы поняли, что модник тот еще пред вами. Зовут меня, друзья, Захар, мир наполняя чудесами. Ведь наряжаясь, человек героя образ примеряет, и джентльмен, или ковбой меня на игры вдохновляют. И если сяду рисовать, то образ новый нарисую, и в жизнь его я воплощу, открою тактику такую. Вполне возможно, модельер лет через 5 предстанет миру. Хотя не знаю, может быть, я стану топовым банкиром? Мечты и планы, рано вам еще тревожить мои мысли. Я собираюсь по делам, до встречи. Хоть вернусь я быстро, но все же темные очки, аксессуары – это стильно. Пиджак и галстук и под цвет, чехольчик на моем мобильном.